Hey, yo, guys, с вами Шамики, и это у нас почти финальный выпуск. И сейчас мы летим с вами на остров призраков. Мы должны сделать там, если не ошибаюсь, доска объявления задания. В прошлой серии мы просто с вами походили по всем пещерам. Кроме вот этой, еще одной. Ну, многих. Забытый герой, поехали. Срочно требуется, первое, бумажный пакет, второе, синий шарф, третье, деревянный меч. Оу. Подозрительно. Объявление о поиске всяких вещей в центре жуткого острова. Но что-то мне подсказывает, что я должен помочь. Приступаем. Надо расспросить селян. Окей, селянины полетели. Ну там Хэллоуин видно. Селяне, вы знаете, где можно найти бумажный пакет? Ищи дозорные вышки. В них раздают бумажные пакеты, в которых можно спрятать в случае опасности. Мил, ты много знаешь? Спасибо. В пакеты сейчас бы прятаться. Эх, ладно. Солдат, дай нам бумажный пакет. Не положено. Пакеты раздаются только в случае опасности. Ты это серьезно? Пакеты. Ну давай, мне пакет уже. Хм, смотри, что у нас есть. Кошачья мята. Говорят, виверны обожают кошачью мяту. Хм. Лапки у нас такие неловкие, если мы случайно обороним ее тут. Нет, это... Что? Не слышу? Говори, бумажный пакет? Нет? Да? Нет? Да, 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 возьмите, бери уже. Только убери кошачью мяту. Мы получили бумажный пакет. Изи. Не так все плохо, да? Ха. Да, еще кое-что. Что? Не знаешь, где можно достать синий шарф? Там Маук. Но том... В странном острове обожают все сёни. Ее спрашиваете? Не меня. Уйдите, пожалуйста. Спасибо. Зайдем в другой раз, пока. Зайдем в другой раз. Так, полетели. Так, нужно... Маук, ты там? Мео, ой, синий дух. А, какой красивый оттенок. У тебя есть синий шарф? Конечно, синенький. Пока я ищу, добудьте мне немного пурлайдия, руды взамен. А твой удручающий желтый друг, кажется, способен на это. Я пометила точно, где ее можно найти. Не вопрос. Полетели, полетели, полетели. Будь осторожен, напарник. Сложно искать руду, когда чудовища вокруг так и кишат. Нужно расправиться с чудовищами. В трех пещерах. Окей. Блин, нет, нет, я не хочу в этой пещере. Мы здесь уже были с вами. Помните? Так, окей. Пропади. Пропади из глаз моих долой. Удручающий вид у призраков. Так, вы добывайте пуроладий. Есть. Пойдем за шарфом. За шарфом. Шарф, шарф, шарфом. О, апнулся. Считай, изи ап, изи ап. Так. Погнали. Полетели, полетели, полетели за шарфом. Спасибо за пурладий, Мур. Вот, держи. Стирать в воде нельзя, только химчистка. Вы собираете синий шарф. Забирайте. Хм, деревянный меч. Наверняка мастер Коша сможет его сделать. Конечно, сможет. О чем? Это ж деревянный меч. Там, наверное, урон будет единица. Коша, ты вовремя. Нам нужна деревянный меч. О, как мило. Один момент, подождите здесь.
Вот, держи. И не стоило приносить мне сладости. Мне не сложно. Вы забирайте деревянный меч. Кажется, вы устали. Не забывайте про сон, сладкие мои. Точно, теперь у нас все есть. Побежали к обратно к доске. Так, давайте тогда поспим, если нам предлагают поспать. И полетели к доске. Так, доска, мы к тебе вернулись. О, новая запись. Положите их на круги. На кругу сбоку. На круги сбоку. Ну ладно, вот круги надо положить. Блин. Раз, два, три. Хм. И что теперь? Ну, мяу. Рано еще паниковать. Зеленое, что это за зеленый такой? Время паниковать? Нет. Мури. Кажется, что-то происходит. Вот они. Ну, это было как-то простенько, простенько, простенько. Спасибо, что оживили меня. Мяу, я слышу голос. Я вижу челика. Теперь оживите меня по-настоящему. Скачав Slash Hero. Бесплатно. Оу. Бесплатно? Это замурчательно. Он пропал. Смотри, вон там. Меч Рубаки. И там. Так. Шлем Рубаки. И там. Шарф Рубаки. Срочно надо скачать Slash Hero. Реклама, 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 скрытая реклама. Так, окей. Если вы у нас такие, что по мечу этому? Меч Рубаки. Ладно, не буду. Значит, я эти пещеры еще не ходил, но... А стоит ли, ребят, вообще в них ходить? Блин, конец пути. Давайте зайдем быстро в конец пути. Потому что у нас не так... Нет, уходим отсюда. Там ничего такого нету. Я хочу убить того чертового волшебника. Вы, наверное, помните, который был у озера. Одинокая пещера, где же ты? Я? Так, это подводная пещера, это не то. Одинокая пещера, погнали. Не-не-не, стоять, стоять, стоять. Сохраниться около. Около пещеры. Оп. Теперь попытаемся ее грохнуть. Выполним задание на доске объявления 99 уровня. Поехали. Одинокая пещера. Ну что, я вернулся к тебе, приятель. Я был просто не готов к этому. Он внезапно напал. Ах, чертов хомяк. Коровы кексики не то опасней. А этот... Ну, слишком проворный. Ладно. Вот черт. Нет майни, нет мани. Черт. Нет, нет. Куда ты ушел? Черт. Нет, там один удар был по нему. Если бы он не ушел, просто если бы он не ушел от меня. Так, мне это начинает бесить. Я его убью. Мне просто интересно, что он хранит. Если он хранит там что-то очень настолько ценное. И...
блин. А, блин, я даже не знаю. Слишком он сильный. Ладно, давайте его тогда обманем в другую сторону. Вот. Он просто меня отжигает. Все. Я ничего не успеваю сделать. Ладно. Так, что у меня там по магии? Время использовать заморозку на единицу. Надеюсь, прокатит. Я вас заморожу и добью. Так, на троечку, да, у меня? Окей, лед меня не убьет. Огонь, скорее всего, тоже не убивает. Молния ваншотит сразу. Найс. Это плохо. Это плохо. Хоть тай. Сука. У меня ничего даже нет против него такого. Можно прокачать как вариант способность. А, ну правильно, почему у меня не работает способность? А я ж не сохранился, походу, да? Когда ставил ее. А, ё-моё. Ё-моё, ё-моё. Да, поспи, не прыгай. Игра сохрена, полетели. Значит, первое, я сейчас сразу его загрю на себя. Юзаю. Третий. Ну куда эта шваль пошла? Эй. Он уходит просто от меня. Вот зараза. Блин, он сжигает, он меня просто жестко сжигает. А я, короче, буду вырезать момент, где, типа, я его не мог убить долго. Потому что я понимаю, что это затянется на очень долго. Не знаю, сейчас снова попробуем. Я прокачал сейчас себе этот молнию. Тут периодический урон, но здесь идет у нас именно чистый урон. 800. Попробую с такого тогда убить. Так, на троечке, окей. А, найс. Ну почему он меня достает? Почему ты достаешь меня? Как? Я просто с него загораю. Окей. Thank you.
Почему он вначале начал жестко атаковать, а после этого он стал слабо атаковать? Я не понимаю. Я не понимаю его логики. Ну, давай, окей. Сделаем так. Окей. Допустим. Далее. Давай, давай, давай. Ох, бля, 500 опыта, найс. Вообще, да, еще давай сдохну от этих. Ух. Ух. А, бля. 1000 опыта. И что это? Отвага. Ну? Такое! Блять, уже... Ладно, ребят, мы продолжаем, и дальше у нас ферма. Тайна кошки. Погнали. Прекратите выращивать картофель. Мой котенок съел сырую картошку и заболел. Вот и еще. Внимание. Не есть сырым, только в приготовленном виде. Надо спросить об этом у фермера. Селянин, что это за жалобы на доске? А? Что? Какие жалобы? Хм, гав. То есть мяу. Откуда у тебя картофель? Он растет только на твоей ферме? Ну, просто вырос. Я в суп один штуку положил. Вкуснотища невероятная. Вот, и решил со всеми поделиться. Невероготавная. Короче, плевать. Хм, возьмем одну на проверку. Невероготавная. Пать. Слова... Сломай язык называется. Я еще не способен для такого. Мяу, это же Мур. Из как-то города. Мур, что ты тут делаешь? Привет, я тут лабораторию открываю. Прекрасно, сможешь узнать происхождение этой картофеля? Вот он. Интересный, я мигом. Давай спросим котов, не видели ли они что-нибудь подозрительного. Селянин, есть новости с картофельной фермы? Я, там такие звуки, как будто кто-то во время копает. Все время копает. Там какие-то любители-копатели окопались. Любители-копатели окопались, боже. Селянин, знаешь что-нибудь о картофельной ферме? Туда что-то привозят по ночам. Как по мне, очень подозрительно. Фермер заходит странный, он какой-то. У него текли слюни много. Хм. Что скрывает фермер? Эй, селянин, знаете... Мяу, слышали про что спрашиваете? Да, откуда доносятся странные звуки? Что-то вроде гав-гав и тяв-тяв. Гав-гав? Мур, ты просто мутиор. Хм, картофель растет только на определенной типе почвы, которая не встречается в Фелингарде. Он из Канистской империи, да? Проклятые псы. Собачий хвост, картофель для нас опасен. Так... Только сырым. Не надо нагнетать паники. Между нами такой хрупкий мир. Мы не хотим новой войны. Хм, надо разобраться с фермером. Погнали. Ой, поспать, у меня шмоны нет. Так, погнали, погнали. Эту я сделал, короче, финальную серию, потому что это... Погоди секундочку, смотри. Че, херели? Я не понял.
Вы чё охерели? Так, опыта норм дают за это? Зараза. Ого. Готово. Фермер пропал. Он хотел запутать следы с помощью чудовищ. А, серьезно? Тихо. О, левел ап. Смотри, фамильная кошачья голова. Он ее носит для маскировки. Тут записка. Любопытство убивает кошку. Вернемся, когда Cat Quest станет популярным. Гав. Подожди, тут еще кое-что есть. Шляпа дворянина. Надо бы не тратить бдительности на случай, если собаки вернутся. А, типа они захотят сделать вторую часть. Не, ребят, ну игруха это, понятное дело, классная. Ну продолжение, если будет, это будет, ну, четко. Так, и что у нас остается с вами? У нас остается еще две вещи. Это нулевой уровень и секрет, секрет, секрет. Запретная история. Так, давайте сохранюсь. И зайду на эту запретную историю. Поехали. Из запретных равнин доносятся странные рычания. Помогите нам. Запретные равнины? Это нам по душе. Ой, тихо. В чем дело, селянин? В определенные часы до нас доносятся ужасные рычания. Мяу, ты посмотри на часы. Очень скоро оно раздастся снова. Ого, мы с этим разберемся. Так, равнины, равнины, поехали. Что, почему ты торможишь? Два кот! Что за? Души попавших два котов и драконов не могут покинуть это место. Именно здесь случилась война с драконами. Этот голос призрака из прошлого? Так, лучше в полете буду. Как... А, кажется, нам надо разрушить очередные чары. Здесь заключено слишком много душ. На этой земле ничего не растет. Драконы просто прилетели сюда в один ужасный день. Все очень испугались. Тихо, тихо, тихо. Что-то приближается. Ох ты, черт. Так, бьем, 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 бьем. Жить! Бьем, бьем. Ой! Тихо. Бьем, бьем, бьем. Бьем, 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 бьем. Молния. Зачем я тройку нашел? Четверку быстро. Все. Левел ап. Так, давайте я лучше, короче, уберу лед. Так. Только Давакот может нас освободить. Кажется, это непростые чары. Давай спросим селянинов еще раз. Давай спросим. Вы вовремя, скоро раздастся очередной рев. Тебе бы подремать на пауэрник. Поехали к очередному рёву. Да вакуа! Вон там! Так, окей. А, драконы были сильны, даже мы, давакоты, ничего не могли поделать. Кровь лилась рекой. Эти духи павших давакотов прошлого? Окей, драконы погибли один за другим. Их чары вступали в силу. Мне бы собирать эту. Ну давай.
Эти чары не дают душам павших довокотов покинуть это место. Мы попали в плен. Окей, в полете. Очередной дракон. Ледяной, да, на этот раз? Приготовьтесь. Поехали. Готов. А не будет темного? Их же 4 должно быть, да? Или нет? 4 же дракона? Изяб. Освободи нас из вечного плена. Видимо, надо победить драконов, чтобы освободить этих духов. Давай вернемся к селянину и спросим его кое о чем. Давай спросим. Мил, точно вежливость котов. Точность, вежливость котов. Сейчас опять начнется. Какой-то он слишком чуткий. Давакуа! Туда напарник. Так, этот на физ атаку. Ой-ой-ой. Здешние коты позаботились. Позабыли о нас. Не, подождите, давайте я все-таки посплю. Я хотя бы так могу делать. Пока типа печать не появилась, типа буду сохраняться. Потому что вот это уже жесткие пошли. С которых шипы сбрасывают. Ой. Ой-ой-ой. Ладно, мы таяли и забывали себя. Вот опять. Супер урон. Но кто-то привел сюда драконов. Это пробудило нас и укрепило чары. Так, давайте пока там начертится, да, снова. Я отправлюсь, потому что... Какой огромный! Мне даже не хочется смотреть на него. Если он говорит, какой он огромный, значит он огромнее, чем те были? Серьезно? А ну-ка. А ну, приятель. О, ну что сказать? Готово. Изяб. Свобода близка. Еще один дракон остался. Освободи нас. Свобода. Мил, этот голос все страшнее и страшнее. Так, мы опять делаем огромный какой-то круг. Свобода. 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 Метай хвост. Духи взбесились. Они были тут слишком долго. Туда. Все души здесь. Приготовьтесь, напарник. А, всего лишь в одном? Ну, готово. Они что-то уронили. Бросовый доспех. Найс. Зачем такие доспехи, я вообще не понимаю. Минус все. Что? После всего, что мы пережили, это? Я тоже возмущен, Мури. А погоди-ка, что-то появилось. Смертоносный. Вау. Еще? Доспех чемпиона. Шлем чемпиона. И... Спаситель. Мяу, запретные равнины теперь такие тихие и спокойные. Отличная работа, напарник. Не зря старались. Согласен, Мури. Ради такого мы точно не зря старались. Так, давай посмотрим, что я могу приодеть. Так, доспехи, доспехи. Доспехи чемпиона, это сейчас на мне, да? Так, поехали, посмотрим.
коробка, броня, шлем, броня, броня, шлем. Так, 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 фигня. На минус мана, но... Не, фигня все-таки. Вингардиум Виолоса. Или как, Виолоса. Да, как Гермиона говорит. Виолоса. Ладно, погнали. У нас осталось с вами еще два места. Да, я все-таки буду вырезать битву с тем мохнатым, потому что очень много времени это все заняло. И уже 31, считай. Нулевая пещера. Тайная пещера. Сражайтесь с чудовищами. Мне просто интересно, что здесь тоже. Шлемак. Ага, я понял. Найс, шлемак. Так, рано выбираться. Опа! Ловушки чертовы. Ловушки — это уже не очень хорошо. Бросовое оружие. Оп, оп. Ага. Ну. Ах, черт. На юбчике. Ах. Долгая пещера. Так. А, хер вам. Черт. Ну, я ж потом смогу. Блин, нужно было их ломать, да? Черт. Хотя ладно, эти все равно меня не зацепят. Угу. Вот эти только главное сломать. Так, здесь я не пройду. Значит, эту я сломаю. Опа. Здрасте. 999 монеток. Ловушки. На выход еще рано. И шлемак. Блин, а если ж я выйду отсюда, то все ж... А. Фу! А эти ничего, да, не делают? Или это ловушки? Ой, золотые сундуки, сколько их! Бросовый шлем, херь. Бросовый меч, херь. Бросовый шлем, херь. Выход, выход, так и говорят, ну выйди ты с этой пещеры. А мы не пойдем с этой пещеры, так ловушки. Опа, опыт. Где лежит опыт, значит, подсказка на тайник. Так. Опа. Что-то хорошее. Мохнатая броня. Тебя я открою последним. И волшебная мантия. И что же, что же, что? Давай, давай. Джеттл бро, джеттл бро, джеттл бро. Джеттл бро. Ай, блин, нет. Я лучше с этим. Тут еще есть проход дальше. Ой, тихо, тихо. Ладно, минус броня. Это всего лишь минус броня. Воля. 333 урона. Это что такое? Ох ты ж. А, это типа драться руками. Ух, какое оружие, ё-моё. Чёрт, но если так подумать... Извиняйте, но... Да, типа 178 урона, это классно. Я юзаю магию. Сорян. Все? Все, да. Ладно, выбираемся с пещеры. И поехали. Финальный босс. Не знаю, было ли там еще или что-то. Потому что у меня типа... А я ж не всех этих убил. Не все ловушки.
Так. Таксблэд. Ладно, облечу. Это трата времени тоже, как бы, поймите. Ой, финал. Я иду к тебе. Ты где, мяу? А, значит, есть... тут не было кнопки. Хорошо, что я не зашел. Тут так темно. Добро пожаловать в нулевое измерение. Уха-ха-ха. Скажите мне, мой юный друг, узнаешь ли ты свою сестру, несмотря ни на что? Узнаешь ли ты? Ну, ошибся. Попробуй еще раз, муха-ха-ха. Опять ошибка. Ну что же ты, не узнаешь свою любимую сестренку? Дракот. Прелесть. Ты так ничего и не понял, правда? У тебя нет сестры. Муха-ха-ха-ха. Это всего лишь была иллюзия. Моя иллюзия. Мне было нужно, чтобы ты стал сильнее. Так, чтобы я решил тебе для этого... Я сделал тебе для этого повод. Дракот, хватит, он понял. Прекрати, Смори. Хватит говорить загадками. Ты свое дело сделал, можешь быть свободен. Извини, напарник. Дракот, мой хозяин. Мне было приказано проследить и помочь тебе стать сильнее. Для справки, мне не нравится то, что сейчас с ним происходит. Муха-ха-ха! Нет, ты просто смотри. Он просто язык проглотил. И, наконец, настал тот час. Элиос будет свободен. Дракот, прошу, не надо так. Только крови, пролитой могучим воином, сможет открыть проход в нулевое измерение. А где найти существо более могущественное, чем обученный Давакот? Ха-ха. Эй. Дракот. Эй, ты серьезно? Ха-ха, неплохо. А теперь нас ждет настоящий бой. Окей, настоящий бой. Мюля-юля! Откуда у тебя такая сила? Дракот, прекрати! Нет! А Элиос обещал, что всегда будет с нами. Я заставлю его сдержать обещание. Арх! Пш! Нет, не может быть! Гр! Получай! Я не могу веком... Я много веков искал другого Давакота. Равного мне, по силе. Драка. Все твои путешествия в поисках сестры... Все это я придумал. Дракот, умоляю, остановись. Нет уж, Смори, я тоже сильный Давакот. Неважно, кто из нас победит, нулевое измерение будет открыто, и Элиос обретет свободу. Арр. Ха-ха-ха. Элиос, друг мой, скоро ты будешь свободен. Дракот, нет! Нулевое измерение открывается! Беги! Кувырки, кувырки. Полет закрыт, да? Я не могу ничего делать. Нет, барьер! Элиос? Поверь, не могу. Мы это сделали? Кто бы ни был заключен в нулевом измерении, теперь он свободен. Я надеюсь, что ты меня простишь, но... Может, все-таки... Это самые добрые слова, которые я когда-нибудь слышал. Ладно, напарник, вместе до конца. Нас ждет новое приключение. 83. Так, это все еще не конец? Не может быть, Дракот? Не бойся, я всего лишь двойник, которого создал Дракот. Дракот хотел, чтобы... Вы знали правду, если он потерпит поражение. Прощай и спасибо.
Эпилог. Это лого Драгота. Я бывал тут однажды. Все эти книги посвящены нулевому измерению. И тут еще персональные заметки. Нет мне прощения за то, что я собираюсь совершить. Но я готов на все, чтобы освободить Элиуса, даже стать злодеем. Это Драко написал, когда узнал о тебе. Я обязан ему жизнь, так что он заставил меня помогать ему. Прости, напарник. Это, наверное, когда Драко похитили. У него на прикроватном столике фото. Я никогда тебе не оставлю, Элиус. Кошки никогда не забывают друзей. Надеюсь, теперь он обретет покой. Но в нулевом измерении содержатся самые коварные злодеи. Надеюсь, никому из них не удалось улизнуть. Прощай, Драгот. С Драготом покончено, но есть еще кошки, которым нужна наша помощь. Нас ждет новые приключения. Задание выполнено. И открыто мяу режим. Теперь вы можете выбрать мяу режим в главном меню. Ну, ребята, мяу режим это похоже как режим плюс, типа, скорее всего будет. Давайте проверим, я не знаю. Так, выйти в меню. Да, а не вот мяу режим. А, мяу режим. Модификации в катаброне. Скопируйте уровень снаряжения, данного режима. Первый уровень, большой уровень отключено. Ваш приз против всю игру первым уровнем. Доспехи решают дело. 9 жизней. У вас всего 9 жизней. Могучие враги. Ваши враги гораздо сильнее, чем раньше. Ну, блин, ну... Это типа просто как улучшение, то же самое, как можно считать в Айзеке. Всякие вот эти челленджи. Ну что, вот и подошел конец Кэт-квеста. Замечательная игра, надеюсь, что выйдет вторая часть. И там уже будет рассказываться про войну между котами и псами. Поэтому всем спасибо, что были со мной. По игре, да, оценки, если так ставить. Графика составляющая, так как она можно считать даже уникальной чем-то, то 9,5 можно дать ей. Ну, типа, минус за мультяшность такое. Хотя, игра прикольная. Есть разновидности брони, которые получаются. Есть пасхалки. Конечно, они находятся в основном в тексте. Есть и предметы, относящие к пасхалкам. Хорошие сюжетные квесты. Единственный минус только, что нужно было постоянно ходить в пещеры и защищать их. Для того, чтобы завершить, как бы, миссию. Так, игра... Если оценивать в 5-бальной шкале... то можно считать это твердая пятерка. Мне она лично понравилась, игра. Может быть, я еще и раз ее пройду, там чисто без магии. Только физические атаки. Но это будет, скорее всего, не очень скоро. Скорее всего, даже никогда. Игра стоит своих свеч. Поиграйте в нее когда-то, если будет время, ребят. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем мяу, друзья. И всем пока. До новых встреч. Всем пока.